Теханалитик Crypto Elliot пришел к выводу, что индекс доминирования биткоина может вскоре упасть. Согласно его наблюдениям, на высокую вероятность снижения рыночной доли BTC указывают медвежьи дивергенции на графике капитализации, решетка Bitcoin Dominance Seems Set for a Pretty Sizable Retracement. A Triple Pivot Bearish Divergence on Z2D Chart is not to be neglected. Решетка BTC, решетка Crypto, pic.twitter.com/halvedbullge, собака CryptoTDip, September 8, 2019 на более мелком таймфрейме. Уверен Crypto Elliot. Высока вероятность падения индекса доминирования после непродолжительной восходящей коррекции, он small TFS it looks like we finished an impulse to the downside on решетка BTC dominance. Relief bounce before more downside seems to be the way. pic.twitter.com/rt4eak, собака CryptoTDip, September 9, 2019 по данным CoinMarketCap, к настоящему времени рыночная доля биткоина достигла 70%, что соответствует отметкам конца марта 2017 года. Теханалитик The Crypto Dog также не сомневается, что вскоре общая ситуация на рынке улучшится. По его мнению, после просадки не более чем на 10% совокупная рыночная капитализация должна пойти в рост. Might have one more drop before kickoff, but no more than tilde 10 total cap. Either way, I think we're very very close. HTTPS, T.co.jpoetjibs, BN The Crypto Dog, собака The Crypto Dog, September 9, 2019. Также The Crypto Dog заметил на дневной графике общей капитализации падающий клин, сигнализирующий о предстоящем бычьем. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.